беру снарягу, убегаю, он мне пишет, типа, что ты делаешь, типа, и глушит меня Подожди, этим тазиком. повтори, повтори. Не услышал именно. Чё ты там? Я тебе говорю то, что до этого все нормально. Ну, то есть, в гараже, когда мы были, там, да, было, он меня бил, откатывал, я его бил, откатывал, когда там еще кейс он просил, типа, чтобы ему отдали. А когда уже в департаменте это все было, это, ну, я тупо бегал, короче, делать-то нечего все равно. Как бы и шеф, ну, это у тебя нету девятки, десятки нет, чтобы, ну, указ дать и так далее. Все, я тупо бегал, бегал, я такой беру снарягу, такой подхожу, типа, взять боевые припасы, взять тазеры, что ты думаешь, я не беру, убегаю, бах, тычка, я такой, хоба, и все. Кто вообще начал из вас делать? Что это делать? Бить? Когда, ну, в строю были, он говорил, типа, кейс, давай. Он подошел, ну, к этому чуваку барону. Не к барону, а к этому чуваку, как он подошел, ударил его. Но он откатил, это ладно. Потом я к нему подхожу, и его тоже так же бью и откатываю, встаю. И также он подходит потом ко мне и начинает так же бить. А зачем ты его ударил, подошел? Потому что он ударил чувака одного, все, я откатил, ну, вот, я тоже так подошел, тебя? Ударил. Он же не но тебя. Но все равно, но факт удара был, был. Хорошо, я тебя услышал. Ну, ребят, хватит. Сейчас, да, знаешь, чем меня пишет? Тупо начинает... Тупо не пойму, раз уже ты был шерифом... А, ну вот чувак, короче, пишет. Зачем, типа, я забираю, типа, доверие от других людей? В каком смысле забираю, если игроки сами... Ну, точнее, игроки сами сказали то, что он немножко такой... Игроки сказали так, потому что они его не слушаются. Вот почему. Если бы строй бы он восьмеркой был бы, да? И он проводил Добрый строй. Братцы. Если бы он проводил строй при восьмерке, и он, у него был доступ к выдаче выговоров, да? Он бы выдавал вам выговоры бы, вы бы так не делали, потому что выговор снимается очень трудно. Смотри, то есть смотри, чувак говорит, точнее твой капитан, а зачем ты спрашиваешь у пидора, можно ли поехать? Я же пидор. Ты сам а... рад, сейчас посмотри, что мне пишет. Да, не-не, я это вижу, я вижу. Понимаешь, да, вот что пишет? Теперь пишет, заткнись, пожалуйста, не беси. То есть это адекватно, да, с твоей стороны? Ты хочешь сказать, я что просто виноват? Просил ну, разрешение поехать, одно да смс. Нет, я не про тебя, я сейчас про капитана. Понимаешь, он тебе сейчас будет кидать скриншоты, как он там нарушает Ангелина Смит, типа, материться, хотя он сам вот оскорбляет, вот, типа, пытается спровоцировать. То же самое, заткнись, не беси. Ты понимаешь, да, ну, я как бы не пытаюсь никого настроить против него, как бы, ну, я как бы сам за тебя, пусть работает. Но то, что вот такую фигню мутить, это... Вот он мудак, вот мудак. Пиздец. Ангелина, вот я тебе видишь, сказал, что ты будешь видишь? Отдыхать. Ангелина, будешь отдыхать у меня день. Без микрофона сидеть. Ты меня услышал? Да, да, и всё, я не буду больше мне интересоваться, отвечаю. Короче, что я могу тебе сказать, Мау? Сейчас ты ему пишешь в рации о том, что встретиться в кабинете шефа, и там вы миритесь. Если не миритесь, заливай на него жалобу, на а тебя... Давай, подожди. Подожди, а смысл мне мириться с ним, если это все было связано в бэй-чат? Мы можем также через рацию... Да, это же через не... рацию это помиритесь. Вот, еще барон пишет. Мината, тебе не хватает, может, кто обидел, бросил, или у тебя такой... Понимаешь, да? Какой говорим? Он сам себе, ну, сам такой человек. Как будто обиженный он. Как бы, понимаешь, тут уже чувак один хочет вообще в ЛВПД пойти. Тупо, ну, из, мне кажется, из-за капитана твоего, вот этого Мината. Ангелина получает... это в СШБ. Чего? Я в Б себе пишу. Но такое отношение твое, СШБ, я не СШБ, компромат, оскорбляешь его и пишешь, завали кое-что. Оскорбляй его по причинам. Понимаешь, а почему ты вот это сейчас нагоняешь на пацана? Капитан-то сам не виноват, ну сам виноват. Его адекватно попросили, можно в патруль, он начинает всякую фигню. Ну скажи, как агрессия, просто вежливо попросил патруль. Вот потом интерес пропадает у игроков, и они уходят. И проблема будет ливнуть, как бы, и чтобы проблем не было со мной, там, как, типа...